Хуйня. Может, просто на голову ему кинем зубочистку эту? Ну, блин, я не знаю, кажется, он там что-нибудь еще кинет в нас, да. И мы сразу... Ну, не, ну она куда-то ему там вотнется, а мы просто убежим. Он даже нас не заметит. Не думаю, что это хорошая идея, не думаю. Ну ладно, ладно, не будем издеваться. Заходи и подписывайся на канал Микса, он действительно старается для своих подписчиков и делает качественные видео. Видео переполнены эпика, веселья и также выходят каждый день, поэтому ты точно не заскучаешь, ссылочка на него будет в описании. Эдичка! Эдичка, 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 подъем, вставай! Что, Женечка, что случилось? Да двери не открываются, может, что случилось? Ну нет, на самом деле, это, меня всю ночь на меня нападали всякие насекомые, муравьи, вообще капец, доставай оружие быстрее! Да какое оружие? Нет оружия, Женечка, вот были бы мы большими, мы бы растоптали вот этих муравьев, а так оружия у нас нету. В принципе, ребята, знаете что, давайте поставьте лайк для того, чтобы мы стали опять большими, да, Женечка? Но-но-но-но-но. В смысле? Знаете, ребята, вот ставьте большой палец вверх, если вы хотите, чтобы мы остались маленькими. Все-таки маленькими быть круто, мы можем пролазить в труселя стриптизер. Да-да-да. Ну да, плюсики есть, но все, Женечка, я предлагаю добыть хоть какое-то оружие сегодня, потому что муравьи нам покоя точно не дадут. Как думаешь? Оружие, я могу всех бить булыжником. Да, ну это так себе. А кстати, ты помнишь, у нас в городе как раз живет кузнец? Может, там он что-то припрятал? Кузнец? Я не помню, потому что город куда-то стал большой, я теперь не знаю, где он живет. Я уже тут, конечно, живу 10 лет, но вроде он живет вот в том доме или в том направлении. Давай сейчас посмотрим. Ну давай, 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 сюда. Ты так быстро не беги, а то я так не умею, я устаю. Давай, давай. Главное, чтобы никто не затоптал нас, не раздавил. Да я еще только утро, еще все спят, поэтому... Ну, в принципе, да, в принципе, так, я потерялся, вот. Так, вот, это дом кузнеца. Тут дверь. Открывай! Я не могу открыть такую большую дверь. А ну, помоги толкнуть, помоги. Да я с разбегу, с разбегу. Да-да-да-да-да. Ой, чё, а ну давай вместе. Давай вместе. Ой, нет-нет-нет, чё-то нет-нет-нет. А, кстати, и а там уже попадём. Смотри, а что это, что-то за рамочки тут, бумажечки? Ой, тоже ещё один вижу, листик какой-то. О, о, наконец-то мы сломали рамочку. Ой, так. Что это за листик? Что это такое? Я вообще не знаю, но это не важно. Как нам в дом-то попасть, а? Это пустой лист, ты понимаешь? Ну, зато, знаешь, есть один плюс. Мы будем им попу подтирать. Ну, как раз не будут. Да, может... Чё? А что, ты как-то сейчас полетел? Да? А ну, а ну, а ну. Опа. А мы же с тобой легкие, да, и мы можем летать на листочках. Ну, круто, круто, парашют себе нашли. Так, Женечка, а как нам в этот дом-то зайти? Ну смотри, там... О, смотри, какая-то дырка. Женечка, может там опять крысы? Я что-то не хочу туда. Давай, да ты не переживай, да прыгай. Ну ладно, там точно никого нету. А я откуда знаю? Ну, пока... Ты спрашиваешь, как будто я тут, знаешь, уже живу с муравьями лет 10, нет? Ну ты с ними же повстречался сегодня ночью, я спал. Так ну, что... меня укусили за попу, вот смотри, там шишка осталась, смотри, на попу. Да. А где мы сейчас вылезем? Мы точно в дом сейчас залезем, или... Подожди, подожди, стой, Эдичка! Чего? Там же у него какая-то собака есть у кузнеца. Где она? Вот, да там, она на нас смотрит, тихо. Так, главное, что... Что делать, что делать? Я не знаю, не знаю. Так, она прямо сюда смотрит. Нам нужно попасть на второй этаж, там кузнец живет. А может просто плюнем на нее и пробежим? Она же просто... нас... Она нас, наверное, даже... А ну, потихонечку. Она, наверное, да, смотри, даже не замечает. Даже не замечает. Давай, быстренько, пока не спалились. Давай. Фу. Так, что дальше? А вот кузнец, наверное, вот там сейчас находится. А как мы туда пройдем? Тут дверь, она опять закрыта. Опа. Не знаю, вот нужно найти опять какой-то проход. Какой проход? Ой, давай я похаваю, тут быстрее какая-то жрачка вроде бы есть. Давай. Опа! Там есть печеньки! О! Я в молочке скупну сейчас немного. О, молочные ванны, нормально. Прикольно. А как что нам дальше-то делать? Ой, ну эту дверь мы точно выломать не сможем, если мы деревянную не смогли толкнуть. О, кстати, смотри. Мышка прогрызла, по-моему. Мышка, а нас она не прогрызет, если мы туда пойдем. Слушай, она спит. Думаешь? Ну пошли. Так, какой-то проход. Опа, а где-то? Мы на улице? А, нет, это балкон, по-моему. Балкон? Ну... Окно, это окно.
Нет, Женечка, я упал! Женечка! Ну, давай ты... Видишь? Ну, давай ты забирайся, я тебя тут подожду. Так, ну давай дальше потопали. Как бы нам внутрь залезть? О, смотри! Окно открытое, смотри, окно открытое. Во, давай сюда. Опа! Как сложно там мелким быть. Сложно? Капец, это невозможно. Опа! Запрыгнул. Как ты это сделал? Давай, Женечка. О! Так, мы походу... В комнате кузнеца. Давай, проходи вот тут. Вот тут. Смотри, он спит. Так, где может быть какое-то оружие? Видишь, там есть булава, топор, но мне кажется, мы это не потянем. Да, они огромные. Так, давай спускаться. Эй! Ой, так. А и куда нам идти? О, смотри, Женечка, видишь, вот там наверху есть сундук огромный. Может, там кузнец что-то важное прячет. Ну, туда обратно наверх залезть, раз там какой-то наверху сундук. Ну, мне кажется, мы там не сможем пройти. А давай вот сюда. Давай по карнизу. Смотри, вот я на лампочке. Нет, не на лампочке. Куда? Вот иди сюда, Женечка, иди сюда. Только тихонько не разбуди его, не разбуди. Не разбуди. Давай. По шторе наверх. Опа! Давай. Тихо, не бей меня! Давай. Вот такое все большое. На шкаф, Женечка. В смысле? А ну полетел обратно. Полетел. Опа, я тоже так могу. Давай, прыгай. Так, и сюда. Посмотри. Сундук большой! А чё его открыть не могу, Женя? Я даже сундук это открыть не могу. Это маленький есть. Это, по-моему, косметичка какая-то. Да? Да. Вилка. Щётка для зубов. Зубочистка. Так, ну... Я беру щётку для зубов. Я хочу быть... Капец, щётка для зубов. Ты посмотри на эту щётку для зубов. Смотри, а у меня пилочка для ногтей. Нормально. Это на зубочистку ещё возьму, буду в зубах ковыряться. А я вилку. Ну, хотя бы против муравьёв мы уже сможем справиться. Так. Давай эту зубочистку засунем к кузнецу. Куда-нибудь. Ну, ты хочешь туда спускаться? Ну, слушай, тут какой-то проход, смотри, вот здесь. О, давай. Тихонько. А может просто на голову ему кинем зубочистку эту? Ну, блин, я не знаю, кажется, он там что-нибудь еще кинет в нас, да. И мы сразу убьем. Не, ну она куда-то ему там воткнется, а мы просто убежим. Он даже нас не заметит. Не думаю, что это хорошая идея, Витя, не думаю. Ну ладно, не будем издеваться. Так, да, уже ночь на дворе. Так, тихонечко пойти. А смотри, у нас же есть листочки, мы можем спрыгнуть. Точно, мы сейчас на крыше. Так, а где наш дом? Знаешь, где наш дом? Вот он, по-моему, там слева от фонтана. Да. Ой, ну давай, что? Давай. Готов? Давай. Раз, два, три. Офигеть! Офигеть, я уже почти возле дома, Эдичка. В смысле возле дома? Я еще лечу. Ну я тоже, я лечу с тобой. Так, давай. Ой! Как приземляться-то? Я не умею приземляться! Ну потихонечку, подожди. Ну все же, видишь, какой большой плюс быть маленьким. Ну так, знаешь, давай. Ну тоже много. Ну да. Давай. Я уже почти дома, Да, я уже вот сверху тебя чуть-чуть немножко. О, все. Ой, всё. А я еще приземляюсь. Такой утипутик, какой маленький. Так, давай домой, пока... А сам-то как только, а? Ну давай, пока опять муравьи не набежали. Ну, вот. Давай покушаем сначала. Так, покушаем. Уже опять ночь, мы весь день пробегали за этими инструментами. Что дальше-то делать? Ну, мне кажется, сегодня стоит выспаться, а завтра пойти опять на поиски вот той бабули, которая нас превратила в таких маленьких, как думаешь? Да, пусть еще зрители нам напишут, что нам дальше-то делать. Вот мы следуем вашим указаниям, а вы пишите, что дальше делать. Дальше мы не знаем, что делать. Да, ребят, не знаем, но знаем то, что нужно ставить лайки, чтобы помочь нам вырасти и, наконец, найти ту бабулю, которая нас прокляла. Ну, сегодня... Ну, большие пальцы вверх, да, еще большие пальцы вверх, чтобы мы остались маленькими. Ай, ладно, ты маленький. Все, давай спать. Завтра посмотрим. Давай, все. Давай, пока.